Друзья мои, всем привет-привет! Сегодня хочу вам показать, как в домашних условиях легко и просто можно приготовить бастурму из курицы. Для этого нам потребуется вот такая куриная грудка. Я уже ее помыла. Теперь нам ее нужно будет почистить, освободить от пленочки, от вот этой вот. Убираем пленочку, убираем жирок, он нам не нужен. И подготавливаем курицу к дальнейшей обработке. Вот эту пленку убрали. Можно вот этот большой кусочек разрезать даже пополам, что мы с вами и сделаем. Вот так. Все чистенький. Освободили от ненужной пленки, жира. Теперь мы с вами берем обыкновенную соль, крупную. Никакую не йодированную, не экстру, а обыкновенную вот для всех видов консервирования. И обильно, очень обильно сыпем соль на дно нашей емкости, где будет у нас мариноваться наша грудка. Засыпали. И теперь берем наши красивые кусочки и очень хорошо укладываем в соль. Со всех сторон у нас должно быть очень много соли, чтобы ни один кусочек у нас не остался без соли. Ровненько укладываем в нашу емкость. От того, как мы ровно с вами уложим, будет зависеть и красота нашей бастурмы. Не жалеем соль. Этот продукт недорогой, поэтому мы щедро обваливаем в соли. Вот таким образом. Потом эту соль мы будем выбрасывать. Она нам уже будет не нужна. После того, как мы уже замаринуем нашу курицу. Следующий кусочек. Теперь убираем ровно на сутки в холодильник нашу грудку. И завтра я вам покажу, что мы будем дальше через сутки с ней делать. Ну вот у нас ровно сутки прошли. Смотрим. Наше мясо еще, смотрите, задеревенело, просолилось. Теперь мы его выкладываем и будем вымачивать в воде. Значит, вымачивать мы будем по времени таким образом. Если кто хочет посолонее бастурму, то можно буквально пару часиков вымочить, и этого будет достаточно. А если кто соленую бастурму не любит, то надо вымачивать где-то 3,5, а то и 4 часа. Я буду вымачивать где-то 3,5-4. Я не люблю соленые. Ничего. А вот если кто к пиву хочет бастурму такую, то, пожалуйста, можете пару часиков, и этого будет достаточно. Вот эта оставшаяся соль нам уже больше не нужна. Мы ее выбрасываем. Все, вытащили. Теперь мы промываем нашу вот такую курицу в нескольких водах. Несколько раз.
При комнатной температуре вода. Вот так обтираем хорошо. Вон она какая задеревеневшая вся. Я сейчас эту воду солью. Следующую опять налью. Опять ее вот промою. И вот так раза 4 сделаю. 5 в нескольких водах. И потом оставлю. Все, что будем делать дальше, я вам покажу. Так, прошло 4 часа. Моя курица уже вымочилась. И вытаскиваем ее из воды. Вот такие кусочки бастурмы куриные у нас получатся. Красивые. Все, готово. Теперь я приготовила дальше целый набор всяких приправ. Вот такая приправа для куриных окорочков, прованские травы. Обязательно чеснок гранулированный, обязательно добавлять. Дальше приправа курицы, черный перец, перец карри. И мы сейчас начнем с вами колдовать. А самое главное, сегодня я на рынке приобрела вот такая вот сухая аджичка. Она просто универсальная, эта приправа ко всему. Запах очень такой приятный. Очень приятный. Ну что, давайте мы попробуем с вами сделать приправу, в которой мы будем обваливать наши кусочки бастурмы различного содержания. Вот сначала мне очень хочется сделать вот с такой сухой аджичкой. Взяли аджичку, наверное, еще. И обязательно берем чеснок гранулированный. Свежий не надо брать. Вот сюда идет обязательно вот такой вот, именно сухой чесночок. Поверьте, это будет очень и очень вкусно. Давайте мы наш первый кусочек обваляем вот именно в такой смеси перцев. Вот такой кусочек. Ой, уже такой запах идет приятный. Прелесть. Все хорошо прилипло. И вот теперь я приготовила вот такие крючочки. И я буду это наше мясо подвешивать в хорошо проветриваемое место. Я так думаю, что это место будет где-то возле окна. Снизу будет у нас батарейка подсыхать, наше мяско будет. А сверху проветриваться наша бастурма будет. Вот так. Теперь я сделаю вот такой надрез. Ну, он, в принципе, легко делается. И вот так. Вот таким образом. Но, скорее всего, я еще, наверное, в марлечку заверну. Потому что, чтобы и перец этот не сыпался, ну и чтобы пыли не было. Я возьму и каждый кусочек оберну марлей. Все. Вот первая бастурма у нас готова. Все, пока мы ее оставим на тарелочке. Давайте готовить второй состав. Следующий состав я возьму вот такую специальную приправу курицы. Тут полностью... Давайте все высыплю. Все готово. Сейчас я прочитаю, что здесь находится.
Здесь гранулированный чеснок, молотый кориандр, молотый имбирь, карри, молотый черный перец, лук, горошек, молотая красная паприка, молотый красный перец, молотая кардамон, молотая куркума, тмин и горчичный порошок. Вот такой здесь богатый состав. Хорошо. И сюда же обязательно добавляем гранулированный чеснок. С чесноком совершенно другой вкус. Очень-очень приятный. Такой остренький, вкусненький. Вот в этой смеси мы обваляем с вами следующий кусочек. Очень хорошо, щедро обваливаем. Так, готово. Поскольку курица наша сырая, поэтому очень легко специи прилипают к кусочкам. Все, второй кусочек тоже готов. Хорошо. Так, берем опять наш крючочек и вот так продеваем. Все, второй кусочек тоже у нас готов. Попробуем сделать разных сортов бустурму. Так, а теперь давайте мы сюда смесь сделаем. Сюда я добавлю еще вот такую вот аджичку. Вот такая вот приправа для куриных окорочков. Здесь немножко другое содержимое. Вот здесь какой перчик еще присутствует. Так. Ну и чесночок гранулированный. И еще я хочу сюда добавить карри. И прованские травы. Вот. Смесь сделаю. Ой. Вот так. Вот. Это уже будет у нас третий сорт. Ну и последний кусочек мы здесь же обваляем. Все. Опять-таки подвешиваем. Последний кусок мы сделаем идентично. Все, вот так. Так, теперь я вам уже сказала, я укрою каждый кусочек марлечкой и повешу на окно, на ручку окна. И все. И будет у нас эта бастурма готовиться где-то дня 3-4. Я вам буду показывать, что у нас будет получаться. Ну вот, наступил четвертый день. Наша бастурма уже готова. Сейчас мы ее снимем. Уберем слой вот этого перца, аджички, хмели-сунели. И можно будет уже нарезать и пробовать нашу бастурму. Сушилась она мне вот на таких крючочках. Все задеревенело. Все готово. Пробуем. Ну вот, наша бастурма и готова. Смотрите, какие красивые, прозрачные, вкусные кусочки у нас получились. А на вкус эта бастурма просто божественная, очень вкусная. Как видите, весь перец, всю обсыпочку я убрала, нарезала вот на такие вот кусочки. И кушать одно удовольствие. Она приятно соленая, приятно перченая получилась. Ну, просто не сравнить ни с какой колбасой.
Ребята, готовьте такую бастурму. И я вам просто рекомендую. Все, друзья мои, я завершаю. До новых встреч и всего вам самого-самого наилучшего.